Друзья, вы сами видели финал лузеров, видели, что произошло, и после этого мы решили Сливке немножко помочь, привести его сюда. Сейчас он выговорится, мы профильтруем его базар, запикаем. Не будем пикать, кстати, так что ты поаккуратнее. Вот, а в конце он разобьет нам камеру, вот. Отрывайся, Сливка. Ну, привет, я Артем Горовцов. Я топ-3 России, меня переполняют эмоции. Да, круто, вау, я топ-3 России, топ-3 России. Я тренировал целую неделю Immortal Push, защита до Immortal Push. Ну ладно, не неделю, но последний, не, да, неделю где-то. Но его никто так и не сделал. Нафига? Непонятно. Вот, по поводу финала вообще, по поводу ВКС, блин, я проиграл только Титану дважды. Грустно. Как бы в первом сете еще у меня были ошибки, ну, то есть в любом случае в каждой игре были ошибки, но в первой игре я мог сыграть лучше и выиграть их. Но во втором сете, когда мы играли, меня два раза заобузили, можно сказать, да, то есть вот эта вот страта, которая запереть рампу и выиграть, ну, я таких людей, мягко говоря, мало уважаю, честно, то есть, ну, вот вообще, то есть, блин, вот, честно, не люблю. Но это правда, ну, вот сами видели по игре то, что Титана армии нет, ничего нет, чувак пошел меня пушить, потерял пробку, потерял пилон, у него нифига нет, у него одна надежда на этих центрей, которыми заберут рампу, потому что мне нечем просто это отбивать. Ну просто нечем зергу это отбивать. Нет, это есть чем, конечно. Если я пойду в лейер довольно-таки быстрый, я сделаю закопку ему под землей рачам, который мне в принципе вообще никогда не нужен, тогда я отобьюсь от этой темы, да, но вы понимаете, то есть ход мысли. Нафига мне это делать, чтобы отбиться от какого-то одного чиза? Логично? Логично. Вот, поэтому я этого не сделал. И два раза проиграл. Могу я себе позволить фейспалм? Ну, что я могу сказать? Сочувствую. Влияют вот такие моменты игровые, по сути, игровые, да, ну, вроде как электронный код, игра. Ну да, соревнования, это, конечно, есть, но влияют ли они на человеческие отношения, вот честно скажи? Ну, на самом деле, после таких вот абузов, нет, после первых двух игр я проиграл по скиллу, то есть меня убили, да, меня переиграли, то есть никаких-то негативов к Титану не было, то есть именно как к человеку, а после вторых у меня, конечно, появилось такое резкое желание что-нибудь сломать, вот, но, ну вот так вот, как бы, не, ну правда, я не знаю, я вот честно, я не уважаю такие это поступки, такие низкие, очень, знаешь, то есть, то что может обойти и сбить инвалида Нейтрона? Это как бы зачем? Он же инвалид. А когда выстрелит, тогда его можно наказывать. Я не знаю. Ну а как же? Что-то. Как же все для войны, все для победы, точнее? Ну, надо прежде всего оставаться человеком, можно сказать, тогда. То есть, надо всегда быть высоким духом, понимаешь, обладать. Побеждать достойно. Он не может человеком оставаться, он протас. Да, но вот он должен суметь это сделать. А ты, как тиммейт, можешь искренне пожелать Титану в гранд-финале победы? Желаю удачи Титану. От всей души. Суть-то в том, просто Тирану нельзя забыть эту тему, понимаете? Бараки на мейне. Тяжело сделать, так что там будет жестко. Вот, на самом деле я хотел сыграть с Хэппи на этом турнире, но, видите, не вышло. И, на самом деле, обидно, два раза ты вылетаешь из турнира, ну, с Double Elimination, только потому что ты проиграл одному игроку. Ну, то есть, понятно, такая ситуация немного неприятная. То есть, я по себе проиграл там кому-то еще, ну да, то есть, два раза. А тут именно один человек меня и выбивает, как бы. И раз, и два. Ну, у тебя нет выбора. Ты просто вылетел и все. Ты едешь, конечно, на европейский финал, ты получил какие-то деньги. Ты вроде... Ну, вроде неплохо. В прошлом году был топ-4, сейчас топ-3. Но все-таки рассчитывал на вот этот кубок, там, встану, закричу, побегаю с ним. Вот. Попью с него чай. Вот, понимаете? Я не знаю, было бы клево с этим кубком, но этого кубка у меня больше нет. Ты же сталевар, ты можешь себе выварить такой кубок и вперед. Нет, проще его забрать будет. И все. А у тебя, я вот впервые вижу у тебя крестик, ты верующий? А, ну, он случайно вылетел, вообще-то, как бы. Ну да, то есть я крещенный. Ну, не до конца, правда. Меня в детстве как-то не полностью крестили, мне надо креститься, вот. Все, так и веришь, да. А ты молишься перед игрой? Нет. А почему?
Ну, не знаю, то есть нет такой приметы. У меня есть только с собой счастливая монета, которая что-то сегодня не принесла мне удачи. То есть, потому что мне не везло. А суеверный ты? Ну, в каких-то моментах, возможно, да. Может быть, нет. На самом деле, трудный вопрос. И как-то... В каких-то ситуациях да, в каких-то ситуациях нет. То есть, вот так вот, знаешь. Арбуз куда дел, который тебе на Homestory Cup подарили? Я утром пришел, а его съели. А половины уже нет. Но это когда уже после все закончилось. Там раздали кубки, медали. У меня, кстати, есть медалька Homestory такая. Понтовая. Вот, висит на возле компьютера. Вот. Арбуз, да, пришел как бы на следующий день, у меня улетает, смотрю, пол арбуза нет, его съели. Ну, в принципе, да, и понятно, что его нужно было или съесть, но я не хотел есть, потому что подумал, что он мог уже протухнуть. Ну, потому что, ну, мало ли что, и там какие-то проблемы, там, бегать в туалет, мне часто мне не хотелось, ну, во время игр. Вот, поэтому я не ел, ну, в принципе, блин, вот так, туда делся арбуз. Куда? Кто-то не сильно волновался за свой желудок, да? Да, я думаю, это был блинк по-любому. А что у вас с блинком за особые отношения появились на этом Homestory Cup? Он там тебя руки гладил. На попу смотрел на твою, когда ты встал и куда-то пошел. Блин, вот на попу это как-то странно. А вот как бы руку гладил, но это... Я не понял, но это же блинк, вы понимаете? Это блинк. Мы-то его не знаем, ты нам расскажи, что за блин. Ну, веселый человек. Ну, типа нейтрона, только покруче, потому что нейтрон какой-то петушок. Какой нейтрон? Петушок какой-то, вот. Вечно какой-то. В комментариях подсмотри. Нет. А что там есть такое? Ну, может, это я писал с другого аккаунта. Раздублирую на публик. Вот. А все вообще классно, да, теперь получается? Он такой меня хает, я его такие, типа, хейтеры такие. А сейчас вместе пойдем такие с горя куда-нибудь. Бы интересно было посмотреть, если бы вы еще играли в официальную какую-нибудь игру, вы небось... Нет, если бы играли, вы, наверное, бы тоже как-нибудь придумали бы, как друг на другом приколоться в игре. А, не официальную? Мы же только что играли. Если бы играли с нейтроном матч, то нашли бы, как друг с другом приколоться. Ну, наверное, да. Вообще-то мы играли его. Прикололись друг на другом? Ну, не особо. Ты прикололся, а он, как он там это обозвал в интервью? Я не помню. Ну, тебе хоть полегче немножко стало после того, как ты выговорил? Нет, хочу плакать. Будешь плакать? Да. Ну, давай. Нет, публика не должна видеть моих слез. Я подушку в номере, как все делается, да. Сталеварыш, не плачь. Ну, у него такие мужские слезы, такие суровые, знаешь. Вот, все. Ты познакомился с Рокс Джуниорами, которые сюда приехали, Стрэндж и кто, Крид, да? Ну я с Стрэнджем был знаком, мы же в Белгороде вместе были, да. Помню, его есть готовил однажды даже. Представляете, я кому-то есть готовлю, офигеть. Вот, материнские чувства. Ну это ж я попросила тебя присмотреть за... Блин, ну да. Вот, но... Крид, ну с Кридом тоже познакомился, нормальный парень, адекватный. То есть приятно там вместе провести время. Ну, как ты думаешь, мы их берем к себе вот совсем под крыло, а то они так смущаются, мы типа Рокс Джуниор, другая совсем команда. Ну, я думаю, это решать Брюсу, ну, не мне. То есть... Ты бы как решил? Ну, если не поднять, ну, смотря для чего берем, для чего мы берем их? Именно как для профессиональных игроков и именно помощь в... ну, то есть в командных играх, Custom Games, да, и так далее, то, по-моему, ну, они пока уровня не дотягивают, если в этом плане. А если... На перспективу. Ну, перспективу, но они на перспективе в джуниорах, а перспектива вот попасть в пейн-команду. По-моему, все это как бы сейчас по делу есть. Не, ну просто, ну вот так вот. Ну, ладно. Можешь сказать что-нибудь еще напоследок? Начал ты очень буйно, можешь закончить тоже как-нибудь эпатажно. Нет. Ну, спасибо друзьям, спонсорам. Спасибо Кадо из Челябинска. Он просил привет передать ему. Очень. Все, спасибо вам. Спасибо Касперский, USN, Razer, Kingston, Покеров. В общем, все здорово, классно, беспонтово, потому что я проиграл. А вы все классные, здоровские. Я восхищен. Вот. Все. Нейтрона забыл что-нибудь передать. Да. Ничего передать ему не буду, он недостоин. Спасибо. Пожалуйста.